Dai coro di voli, dai coro di voli. 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 Вайшнава аппаратка может низвергнуть нас, даже если мы достигаем высшего положения, высокого положения. Как обезопасить себя от вайшнава аппаратки? Защитить себя от нее? Нам в целом были даны эти предписания. Оказывать почтение всем, всем и не ожидать почтения в свой адрес. Махапрабху говорит, прибегай к помощи только божественного звука, и тогда твой прогресс будет легким и быстрым. Но единственное препятствие на этом пути — это вайшнава аппаратка, оскорбление в адрес высшего посредника. Но чтобы спасти тебя, ты должен усвоить, чтобы спастись, избавиться от этого, ты должен усвоить следующее мое настроение. Смирение, если какие-то нежелательные явления возникают, ты должен их терпеть, дух терпимости и в целом оказывать почтение каждому и не ожидать почтения или признания. И в таком духе иди вперед.